Разгневался Давид, всю ночь он не спал. На рассвете встал, лук и стрелы взял. Как собрался пойти, старуха ему: «Давид, ты куда?» А Давид в ответ: «С Масрамеликом я воевать иду». «Что ж есть у тебя, только стрелы и лук? С Масрамеликом ли так хочешь ты воевать?» «Да ведь нет у меня ни коня, ни меча». Старуха в ответ: «Да побьет тебя грех! Достоин ли ты своего отца? У отца твоего был конь Джалали, молния, меч, головной убор, золотой кафтан, пояс ал. Можья матерь была Марутская с ним, Патараза крест в деснице его». Говорит Давид: «Где, старуха, все? Пропади твой дом, отнял дядя все. Не отдаст добром он твоих вещей. Ты поди, схвати дядю за ворот, на своем настой, силой все возьми». Руки поднял, дядю за ворот взял, так что ноги того от земли взнеслись. «От тебя, — говорит дядя, — требую. Божью матерь верни мне Марутскую, Патараза крест, что в десной была отца, коня Джалали и меч молнию, головной убор, золотой кафтан, алый пояс мой. Не отдашь добром, возьму силою». Тут Ховнан в ответ: «Пропади, Давид». «Не твои то слова, подучили тебя. С того самого дня, как твой помер отец, я не видел нигде коня Джалали. Мы с Мармелика страшась, его в стойле держал. Мы с Мармелика страшась, я заделал дверь. Через ердик ему мы корм даем. Если силен ты, если властен ты, так поди, пред тобой дверь раскроется». Пошел Давид, ударил ногой, и рассыпалась стена. Хотел потрепать коня по бедру, но Давида конь, не признав, взметнул, по стене легнул, та обрушил. Зарыдал Давид, зарычал, говорит: «Ах, что делать мне? Чей ты? Конь Джалали? Думал я, ты меня на войне спасешь». Повелел Господь, конь в ответ сказал: «Коли так, Давид, послужу я тебе. С того самого дня, как твой помер отец, твой дядя Ован ходил за мной, содержал меня, как будто в тюрьме. Ты ж с гребницей меня хорошенько почисть». Потрепал Давид коня по бедру, был кругом от кур по локоть помет, но вывел коня под солнце Давид, поскакал и стал у ворот дворца. Вышел дядя Оган, все, что должно, принес: головной убор, золотой кафтан, пояс ал и меч молнию. Говорит: «Давид, Патараза крест в сундуке лежит, к сундуку пойди, на колени стань, Богу помолись. Коль подобно отцу праведен ты, на десницу твою сам придет, возблестев Патараза крест». И Давид пошел, на колени стал, зарыдал, завыл. Повелел Господь, Патараза крест полетел и сам на десной осел. К Масрамелику Давид прискакал, сказал: «Масрамелик, меня ты тогда обманул. А что же теперь станешь делать ты?» Масрамелик сказал: «Ну иди, садись». Но Давид говорит: «Нет, нам драться пора». Масрамелик ему: «Чур, не сразу, вчерёд». Давид говорит: «Будем драться вчерёд». Масрамелик ему: «Чур, мой первый черёд». Давид говорит: «Пусть твой первый черёд». Пошёл Давид, на площади встал. Масрамелик махнул, пустил булавой, над Давидом пыль поднялась столбом, и солнечный лик заслала пыль. Масрамелик сказал: «Был прахом Давид, стал прахом Давид». Но Давид в ответ: «Нет, еще я тут. Ты ступай опять булавой метать». Масрамелик махнул, пустил булавой, над Давидом пыль поднялась столбом, и солнечный лик застала пыль. Масрамелик сказал: «Был прахом Давид, стал прахом Давид». Но Давид в ответ: «Нет, еще я тут. Ты ступай опять булавой метать». Масрамелик в третий впустил булавой, как осела пыль. Давид говорит: «Все еще я тут, но черед уж мой». Масрамелик сказал:
«Давид, подожди! Вырыть яму хочу в 40 верст глубиной. В эту яму хочу опуститься на дно. 40 я навалю жерновов на себя. 40 я наложу шкур валов на себя». Давид говорит: «Что ж, рой, накрывай, как любо тебе, так ты поступай». Масрам-элик сидит в той яме на дне. 40 он навалил жерновов на себя. 40 он наложил шкур валов на себя. Разбежался Давид, ударить хотел. Мать Давида пришла, ему говорит: «Разве грудь у тебя не кормила я? Ты уважь меня, на этот раз не бей». Согласился Давид и уважил мать. Разбежался Давид, взмахнул булавой. Масрам-элика сестра пришла, говорит: «Не носила ли тебя я, Давид, на спине? Ты уважь меня, на этот раз не бей». Согласился Давид и уважил ее. Только раз один остался ему. Разбежался Давид, смахнул половой. Давид и сестра пришла, говорит: «Ты уважь меня, этот раз не бей». Но Давид в ответ: «Нет, черед уж мой». Божье имя тогда Давид помянул, Маруцку он Божью мать помянул, потара за крест на десной своей. Ударил лишь раз Давид булавой. Повелел Господь, как ударил Давид, он 40 пробил тогда жерновов, он 40 пробил воловьих шкур и пол головы Масрам-элику снес. Масрам-элик сказал: «Еще я тут». Но Давид в ответ: «Ты всем телом тряхни». Масрам-элик тогда всем телом тряхнул, на две части он развалился весь, половина там, половина здесь. Прекратилась так Масрам-элика жизнь.